Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова все на проекте Родина Ролиплей, Центральный Округ. Мне здесь Кирюха Полканов. Не забывайте вводить в них по регистрации. Также можете вводить промокод. Вся информация есть в описании под видео. Ну что ж, дамы и господа, сегодня новая серия, в которой я хочу немножко поадминить. Давно не было админ будни, поэтому сегодня я нам предлагаю этим заняться. Посмотреть, чем занимаются игроки, там, наказать их за ДМ, либо еще за что-то. Сейчас будем следить, как бы время 9 утра, ну точнее уже 10:30, онлайн 170, то есть игроков не так уж и много, администраторов тоже не очень много, поэтому я надеюсь, что вам такое видео понравится, если нравится, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и можете написать еще комментарий, я вам буду очень сильно благодарен. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Конечно, такое себе. Чё ты делаешь, дядя, блядь? Смотри, просто он в шоке, наверное. Сейчас репорт, может, напишет. Либо его там знакомый, я не знаю, что они делают, типа, ну. Конечно, мне кажется, это немножко неправильно, то, что он так делает. Минимум нон-РП. Сейчас посмотрим, чем он будет еще заниматься. Ух ты, ёпта, ты что, летчик, испытатель? Смотрите на него. Так, а ну давайте я немножко отвлекусь. Ох, нихера себе. Сказал я себе. А как он... Чего, блядь? А, поддомкратил машину, чего, блядь? Теперь можно домкратить машину, чтобы ее перевернуть, пацаны. Нихуя себе! Вот это, блядь, жестко, пацаны, реально. Теперь можно купить домкрат. Если машина перевернулась, можно подойти и ее перевернуть. Ебать, вы где-то такое видели? Вы где-то такое видели, пацаны? На каком проекте, блядь? Нигде вы такого не видели. Я просто в ахуе, пацаны. Здесь у нас какие-то водные процедуры происходят. А, нихера себе. Чего? Чего? А что тут происходит вообще? Алло, тайзер, смотрите, у него лежит. Я что-то вообще ничего не понял. Какая-то погоня, походу, была. Я нашел этого, короче, пацана, который убил полицейского, ФСБшника, короче. Я так понял, была погоня. Вон машина ФСБ черная. И машина его вон, по-моему, внизу, которая в виниле. Да, вот его машина, короче. Была погоня. Вот этот пацанчик быстрее переплыл, вылез на берег и убил его просто, и все. Вот такая вот ситуация, пацаны. Двоих заебашил просто вот так на ровном месте. Вот так взял, блядь, мокруху сделал, блядь. Короче, пацанчика встретил такой интересный. Почему интересный? Потому что, типа, Шрек Борисов, ну, такой прикольный ник, согласитесь. И он едет по встречке, дядя, ты шо? Ты, ну, блин, Шрек, ну, ёб твою мать, блин. Что ты делаешь просто? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, что ты делаешь? Просто срезает, смотрите на него. Ой, ты, конечно, нарушитель. Все, мы его посадили, в принципе, пацаны. Но я ему 15 минут дал, пацаны, чисто так, ну, символически, потому что, ну, он чуть-чуть по встречке проехал, чуть-чуть по полю, типа, ну, 15 минут, я думаю, нормально, пусть посидит, подумает, как бы. 11 лямов 5,60 стоит уже. Ебать, они подешевели, ебаный в рот, блядь. Я покупал за 30-ку, по-моему. 11 лямов теперь М5,60 стоит. О, нарушаем, по встречке ездим. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, так, посмотрим за тобой, ты дядя, ты шо, бля? Охуя себе боксер, блядь. Не-не-не, все, ебать, я ухожу, бать. Короче, у нас какой-то боксер по встречке ездит, ебать. Дядя, ты шо, ну зачем нарушать? Может, он как-то вылетел на встречку, может, его кто-то подрезал. Но если он, сука, будет сейчас обратно по встречке. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, это было, конечно, ну такое себе, да. Нарушение было, пацаны, было, не спорю. О, дядя, ты шо, ты шо? О, как нарушаем, дядя, ты шо? Пусть посидит чисто так, подумает над своим поведением. О, работяга, наконец-то, смотрите, дальнобойщик. Да ты шо просто, ебать махина такая, да, здоровая. Нормально, короче, пацан работает, походу, либо товары возит, либо... Ну, скорее всего, да, товары возит. Ой-ой-ой-ой-ой, дядя, ну куда, ну, бля, зачем, братан, ну зачем? Ты ж мог нормально поехать. Я думал, ты хороший работяга, а ты взял вот так вот просто по полям в наглую. Ай-яй-яй-яй-яй, карамба-карамба, блядь. Как, блин, пиздец, пацаны, ну реально, ну нахуя, блядь. Извини, братан, но ты сам виноват. Поэтому ты отправляешься у нас, как бы, в Демарган на 15 минут. Какой-то пацанчик подозрительный, короче, стоит на обочине. А, он, типа, выехать не может. Блядь, там, а проехать чуть-чуть, сука, ты мог сам проехать, ебать. Еще и по встречке едет, алё, блядь, проснись, дядя, алё. Куда ты по встречке, блядь, ебашишь? Чё, ебанутый, чё, блядь? А чё его админ не подсадил за встречку?
тачку, мне интересно. По полям, по лесам, ебать, ты шо, ебанутый, бля. Короче, пацаны, у меня вылетела игра, но я за этим пацаном сижу. Смотрите, как он просто ездит, блядь. Он сам ездит по полям, блядь, по лесам, нахуй. Потом просит админа, чтобы ему помогали. Я, конечно, все понимаю, но это уже переборчик, согласитесь, блядь. Сейчас по-любому тоже по полю ехал, по-любому. Зуб просто даю, блядь. Вот зуб, блядь, даю, что он только что по полю ехал и просто не смог пролететь по мосту, блядь, и упал вниз, нахуй. Ну, смотрите, как он ездит, блядь, ну это пиздец. Я просто в ахуе, ебать. Пацан тупо в наглую так вот ездит, нарушает. Я вот серьезно в шоке. Давайте еще за ним посидим. Вот как он ездит просто, давайте посмотрим. Вот заехал, да, вот так вот. Проехал, да. Ну, в жизни, конечно же, так и только ездим, да. Смотрите просто, как он нарушает. Я в ахуе просто с этого человека. Ну, пацан реально нарушает пиздец жестко. Лично я так считаю. Ну, типа, это ненормально. Пусть лучше посидит, подумает. Ну что ж, я думаю, на этом ролик можно заканчивать, как бы. Я вам показал самые интересные моменты. Как бы я следил за всеми игроками, просто за всеми, что были на серваке, и показывал вам самое интересное, что я находил. Поэтому возьмите, просто поставьте лайк, можете еще подписаться на канал, напишите комментарий. Заходите играть вместе со мной на проект Родина Ролиплей. Я вас буду ждать, как бы. Вводите мой ник, вводите мой промокод. Все, повторюсь, есть в описании под видео. Всем пока-пока.